Совсем скоро в этом доме будут жить люди, которых переселят из ветхого и аварийного жилья. Ну а пока здесь полным ходом идут строительные работы. Сейчас рабочие заканчивают укладку перегородок на первом этаже. На втором они уже сделаны. Над этим трудятся 12 каменщиков и трое разнорабочих. Материал пока есть, да. То есть вот ожидаем где-то в понедельник должен вагон с кирпичом прийти. Через дня три еще один вагон. Ну, то есть заготавливаем кирпич на третий этаж. Всего здесь будет 5 этажей и 3 подъезда. Дом общей площадью более 3000 квадратных метров, 75 квартир. 55 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 5 трехкомнатных. Уже через месяц в доме планируют провести электрическую проводку. Также заказаны стеклопакеты. Внимание и помощь со стороны города, главы города Лебедевича Валерия Владимировича. То есть он постоянный гость у нас на строительной площадке. То есть какие вопросы возникают, город нам помогает. После завершения строительства здания начнется благоустройство. Во дворе установят детскую игровую площадку и сделают парковку для автомобилей. Сдача 42-го дома в 9-м микрорайоне запланирована на второй квартал 2014 года. Кроме 42-го дома в 9-м микрорайоне начнут строить и 43-й. Он будет расположен рядом. Сейчас пока разрабатывается проект дома. После его одобрения строители начнут забивать сваи, а именно в ноябре этого года. Дмитрий Самойленко, Ришат Ракаев, новости Губкинского.